выравнивание пахоты. Пахота была достаточно, ну, грубая, и это после кукурузы. Местами почва уже была относительно сухая. Обычно весной проблема особенно выровнять кукурузные участки. Приходилось работать в два следа дисковыми агрегатами. Ну, не всегда получалось. В этом году вспашка достаточно неплохая, благодаря тому, что основные участки были запаханы в сухую погоду. И плуги не забивались на полях. Можно сказать, нет кучек. Плюс еще, опять же, урожайность кукурузы, она была достаточно. То есть не такая высокая. Не так много было пожневных остатков. Хотя на вид все же, наверное, это всего лишь предположение. На вид пожневных было достаточно. То есть соломы достаточно кукурузной. То есть как обычно. И весной это обычно проблема. Не всегда есть техника, не всегда есть, то есть возможности, даже когда есть возможности, всегда как бы есть альтернатива не делать это, то есть не выравнивать или попробовать не выравнивая, и иной раз получается нехорошо, а как-нибудь, потому что из-за каких-то нюансов, моментов, просто логистически нужно быстрее посеять, а поле бывает еще не выровнено, не доделано, или пытаешься это все выравнивать сеялкой, опуская кроссборд и забираешь лишнюю мощность у трактора, даже не лишнюю, вообще мощность у трактора, снижаешь производительность трактора. То есть если надеялся, что смена или сутки это будет 160-180 гектар до 200, то с таким раскладом и 140 можно не сделать гектар. То есть это очень много отнимает времени, поднимает производительность, поэтому лучше все проблемы, которые могут возникнуть весной, максимально решать осенью. Тем более сейчас почва достаточно сухая, и получается, даже трактор, он не меняет скважистость обрабатываемого участком, просто выравнивает поверхность. Почва еще будет садиться, то есть там еще есть пространство для влаги, потому что все же это вспашка. Одно дело, когда, может быть, участок был бы влажный, почва уже бы села, и тут бы еще бы выравнивали, но все же здесь есть глыбы. Поэтому пока здесь только есть плюсы в этом виде работ. Это 5-метровый топ-даун. Производительность где-то сутки получается 80-85 гектар. И есть также 9-метровый. Там в два раза больше. До 160, может быть, даже и еще с плюсом, так как трактор ходит гусеничный, а нагрузки здесь нет. Нагрузки здесь на трактор практически нет. Здесь в основном все останавливает, это только рельефность.
участка. Кочки, валуны, то есть и основная проблема, ну то есть больше проблема на колесном тракторе. Сейчас он ходит со скоростью 12 километров в час. С производительностью 80-85 гектар в сутки. Вот такой вот нюанс. Такая вот история. Сегодня двадцать восьмое октября. Немного-то и осталось до весны.